Но перед началом данного видеоролика я бы хотел порекомендовать им канал Хори Майнкрафт. На этом канале вы увидите красивую шапку, аватарку, очень красивые превьюшки. Он снимает скайблог, мини-игры. Также он стримит. Если вас заинтересовало, ссылочка в описании. В общем-то, всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, Арес. И добро пожаловать на мой новый ролик по Битварс на сервере Hypixel. И сегодня я не один, со мной сегодня Олимтрей, поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. А также за кадром, возможно, слышен голос Пидера. Поздоровайся. Не слышно. Если что, это была шутка, мы так просто по-доброму шутим. Он отошел. Ну, возможно, будете его слышать, это... Возможно, будет хорошо, а может и нет. Короче, погнали каточкам, погнали. И вот наша первая каточка по ботворщику началась. Надеюсь, конечно же, получится затащить. Потому что с нами играет профессиональный Питер. Не слышу. И это плохо. Угадайте, кто это, оставьте в комментарии ответ. Возможно, вы узнаете, возможно, нет. Кто угадает, тому я даю лицензию Майнкрафт с полным доступом. Да. Понятно. Я билдер от Бога. У красных двойная дорожка — это победа. Уфу! Это был стык от дна. Ух. Не, ну это бан. Это бан. О! Засмотрелся что-то на кровать. Думал, сейчас хумаю, нифига. Короче, сейчас на деревом застрою. Вот я тоже понял. О, шестерка. Топовый деф наш сейчас будет. Впервые кровать решил застроить на Битварсе. А нет. Ах, убил! Ну там, короче, вот эта дорожа противная. У меня постоянно. Которая... Сико. Ага. Он что-то пытается для команды сделать. Не, давай на инвизде и все. Там валяется изумруды к тому же. Чтоб не париться просто. И опять он, ты. И он меня бесит тихо. Давай. Блин. Я запикаю. Он сзади. Вы никогда не узнаете, что ему сказать. Канус Бомбитус. Ага. Ого, у меня пятерка изумрудов. А, я думал, что в школе. Да на это пофиг вообще. Это правильно. Пятерка, двойка, тройка, четверка, вообще. Мне надо провести конкурс на одну лицензию Майнкрафт, чтобы актив пошел. Да, ребята, поучаствуйте хоть кто-нибудь. У меня и у Олимтаря поучаствуйте. У меня просто никто не участвует. Плюс, говорю... вот тоже, вот тоже. Это вот я говорю... из-за того, что я по КС-у заснял, вот поэтому не пошел. Вот просто говорю критерии. Типа, оставьте ссылку на ВК, как я вам дам этот лицуху. Нет, не оставляет. И просто все. И никто. Я сказал, что нужно ставить ссылку на ваш ВК. И они просто отлетают на раз. Короче, у меня тройка есть, у меня и трое забуду есть. Знаете. Хотя ладно, положил сундук просто. Невидимость, короче, купил. Давай, короче, ты отвлекаешь, я буду ломать. У меня есть индис. Не вопрос. Не вопрос. Мне хуже. Сейчас такой синий приходит и ломает. Ninja mod activated. Hellcat.
Меня не видит. Серьезно. Он меня не увидел, а перед ним он висел. Я тоже. Меня тоже не увидел. Он меня ударил. Ты ломаешь? Нет. Ох, блин, я спалил, ну ладно. Сломал. Красава. План капкан. Понятно, но я его убил. Там зеленого, наверное, на миду убил. О, убил протекшн. Какой-то третий там, походу, у них. Все, я шарпность вкачал. Деревянным мечом, у него железка была. Вообще не потел просто. Ладно, купил себе тоже железный меч, просто по фану. Я уже закупился. Ой, все, изи, ну, победа, все. Ребята. Ну это бан. Да. Ну это какая-то быстрая была победа, так что давайте переходим к следующей нашей игре. Погнали. Я в туалет хочу. Сходи. В общем, а также я хотел бы напомнить, что 5 мая я еще проводил конкурс на одноличение демонстрации с полным доступом. За это время это еще никто не поучаствовал нормальным образом, то есть, ну, писали комментарии, но... Условия-то вот такие. Вот ссылку на ВК вот почему-то не делают. Ну вот я не понимаю. В общем, если вам заинтересовало, то что ссылочка на ролик конкурса будет в описании. А нам продолжаем. Давай. Вот это точно бан. Мне мундвок лучше получается, чем Бризли. Ну чё, всё каткой. Минус я. Поджёгся, потому что. Да, я бы убежал. У меня 14 кило, что? Гад, ты жёсткий.
footsteps on the ground. I see your sunbeam coming down. I know it's you by your footsteps on the ground. I see your sunbeam coming down. I know it's you by.